У железнодорожной платформы швейная фабрика. Под колесами поезда погиб человек. Мужчина скончался, попав под грузовой состав среди бела дня. Локомотив с десятками вагонов следовал со стороны станции «Хабаровск-1». Человека, который вышел на пути, машинист видел. Мужчина выбрался на рельсовое полотно метрах в 50 от локомотива. По словам железнодорожника, пешеход вылез из-под посадочной платформы. Немедленно подав звуковой сигнал, машинист применил экстренное торможение. Не помогло ни то, ни другое. На рев локомотива мужчина должным образом не среагировал, продолжал оставаться в колее. Состав тормозил так, что из-под колодок пошел дым, но расстояние играло против человека. Остановился поезд дальше того места, где находился пешеход. Машинист связался с дежурным по станции. Помочь сбитому уже было нечем. Его расчлененное тело находилось за вторым колесом. Чтобы не останавливать движение по Транссибу, состав поехал дальше, а на место трагедии двинулась оперативно-следственная группа. Личность погибшего на месте событий установить не удалось. Документов у пешехода с собой не было. На вид ему около 50 лет. С места происшествия Наталья Курченкова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.